В народе 24 октября назывался Филиппов день или Филиппова канитель. Такое название этот день получил от того, что это было время грязи, слякоти и распутницы. Дни начинали тянуться. В церковном календаре это день памяти одного из апостолов, святого Филиппа. В народе считали, что именно с этого дня начинается канитель. Так называли грязь и распутницу на дорогах. Но, несмотря на это, необходимо было заниматься различными делами, а потому крестьяне отвозили зерно на мельницу, чтобы намолоть из него муки или крупы. Также в народе канителю называли золотую или серебряную нить, которую использовали в вышивке. Производство ее достаточно длительное и сложное. Именно поэтому любое долгое и хлопотное дело называли канителью. Какие существуют приметы погоды в этот день? Считалось, если снег выпал на землю и не тает, ожидай ранней и теплой весны. Утром снег пошел, зима будет суровой. В народе также считалось, если река к этому времени замерзла, нужно обязательно немного походить по льду. Это сулит материальное благополучие. Если куры рано сели на насест, будет мороз. При этом, чем выше садятся птицы, тем сильнее будет холод. Туман опустился, жди оттепели. Ясная луна – примета, что наступит мороз. Белки, мыши и кроты запасаются кормом в большем количестве, чем обычно. Зима будет очень суровой по сравнению с прошлыми годами. Поздний листопад по приметам ожидает длинную зиму с морозами. Thank you.